Маршрут перестроен. Тоже отстраивают, собираются. Почему бы и нет? Значит, там все закрыто. До конца маршрута осталось 300 метров. Ну что, мы в Жайске с горем пополам добрались до этого села, так как дороги совсем не чищены. Было сложно найти, сделали большой крюк. Здесь стоит церковь и купеческий дом. Сейчас я все покажу. В 17 веке Жайск был пожалован вотчину боярину Михаилу Шейну. В 1676 здесь была приходская церковь Воскресения Христова. Теперь здесь Воскресенская церковь 19 века. Это село принадлежало Голицыным, но усадьбы у них в Жайске не было. Но рядом с сельским храмом стоит вот старинный особнячок, где до недавнего времени располагалась школа, а сейчас она не действует. Здание пришло полностью в негодность. Рядом вон и красивенький тоже деревянный домик весной. Так. И по словам местных жителей, дом принадлежал купцу, который торговал рыбой. И в пользу этой версии говорит архитектура первого этажа. Вон видно, что посередине здания расположена арка для разгрузки подводы. Глубокие подвалы внутри, а также помещения, похожие на магазины. А подвалы, значит, подвалы под ледники. Второй этаж парадный был. На полу был паркет. На стенах роспись уцелевшая с обоями. Лепные платформы, плитка с пасухами, специальные умные печи были внутри. Ну, сейчас все посмотрим, отфоткаем. Да, вот лепнину я, кстати, вижу с боков. Но старые фотографии даже находила я с лепниной на потолке. Но сейчас, как уже видно, потолка совсем нет. Ну, а арка, вот, наверное, туда заезжали лошади и разгружали рыбу. С другой стороны колокольня реставрируется. Рядом тоже каменный домик. Дороги что-то очень-очень огромное каменное. Какая-то постройка. Вообще огромных размеров. В поле. Что это было?